Строители второго моста через Об приступили к надвижке пролетов на опоры сооружения. С левого берега процесс уже запущен. На правом со стороны Нефтеюганского района пока продолжается подготовка. Перегон массивных деталей мостового перехода происходит с помощью промышленных домкратов. Они продвигают пролеты на сантиметры в минуту. Процесс довольно продолжительный. Собирают конструкции будущего моста круглосуточно. На работах с металлом заняты 150 человек. Со стороны Сургута смонтировано около 600 тонн, на противоположном берегу вдвое меньше. Общий вес конструкции составит 23 тысячи тонн. На каждый пролет у специалистов будет уходить по месяцу. Простыми словами, мы собираем на берегу и двигаем в сторону уже реки пролетное строение. Но это просто совсем простыми словами. А на том берегу у нас есть опоры, которые находятся прям непосредственно на берегу перед рекой. Тот участок мы решили собирать навесным способом на временных опорах, то есть заранее ускорив процесс всей сборки. То есть уменьшив длину надвижки, укоротили сроки. С правого берега надвинуто всего 3 пролета длиной 84 метра и 2 по 105. Со стороны ГРЭС таких фрагментов больше, и они длиннее, достигают 152 метров. Работают конвейерным способом, смонтировали стапельную линию, на которой и собирают пролеты. В среднем на одного сотрудника приходится до 10 тонн готовой металлопродукции в месяц. Длина первой секции, которую надвигают на опоры, 84 метра. После установки на пролетном строении соберут устройство для повышения жесткости. Напомню, второй мост через Обь возводят с опережением графиков. Сейчас строят быстрее и при текущих темпах объект введут в эксплуатацию уже через 2 года. У нас все монтажи производятся кранами. То есть у нас есть краны, один 180, другой 200 тонн грузоподъемностью. Вес главных балок у нас здесь, ну, самых больших конструкций, от 30 до 15 тонн. Есть стенды укрупнения сборки, это у нас верхние ортотропные плиты укрупняются. Есть блоки главных балок, и здесь мы их на стапеле последовательно друг за другом прикрепляем. Конвейерная работа, она так и называется, конвейерная тыловая сборка. То есть у нас полный конвейер. То есть мы, получается, вот сейчас на левом направлении укрупнили стадию, мы ее надвинем, и тут же пойдем пристегивать не следующий блок, следующий.